Всем доброе утро! Мы проснулись, готовим завтрак. Я готовлю яичницу. Вот такую. Здесь у меня уже жарились помидоры, поэтому остатки там от помидорок немножко. И здесь у нас уже готовые помидорки с сыром. Вот эти помидоры я делаю, как в Турции. Мы попробовали. Мне очень понравился такой рецепт. Вкусные такие получаются. Помидорки нужно немножко сначала подсолить. Ну, порезать, положить, подсолить. Они немножко должны так потушиться на сковороде. И только потом вы добавляете сыр. Сыр расплавливается. И получается вот такое вот блюдо. Кстати, очень вкусно. Кажется, что просто, но довольно интересно. Вот такой завтрак у меня получился. Яичко лежит, помидорки. Здесь у нас есть еще сыр. Вдруг мазать кто-то хочет. Бутерброды. Варя, Коля. Вот такое доброе утро. Да, Варек? Варек. Варе тоже положили яичко, но она понюхала и отошла. Да. Тебе немножко получилось вот такое яичко. Ты же такое любишь. Да. Ну ладно, всем приятного аппетита. Варечка поела и теперь вылизывает себя. Да? Умываешься? Ай, вкусно поела. Ай, вкусно поела. Ай, какая благодарна. Поела. А ты меня так чего не облизываешь? Ты же тоже поел. Что мы делаем? Ай! Фью! Варечка. Только она себя помыла, видишь? И меня помой тоже. Варя, помой Коля, он тоже поел. Надо поиграть. Ну, конечно, сейчас поела, можно и поиграть. Игруля. Игрулькина. Угадайте, куда мы снарядились? В теплых куртках. Да, как попал. В теплых трехошках. И еще взяли кого с собой? Маленького такого. Кого взяли? Гномика в пледе. Еще взяли гномика в пледе. Мы решили... Мы, кстати, сидели дома, досматривали вчерашний фильм. Что-то мы все-таки решили его досмотреть. И до конца не досмотрели. Да, потому что вчера его все-таки до конца не досмотрели, поэтому, ну, как-то так подумалось нам, а что бы нам его не досмотреть? И мы его все равно не успели досмотреть. А, осталось где-то... Сделай, пожалуйста, попишешь. Осталось где-то минут 30 все равно до конца, мы его не успели досмотреть. В общем, этот корпоратив, ну, конечно, фильм отвязный. Ну, что-то там вообще какая-то развязка пошла. Такая. Ну, какой-то перебор вообще в... А, да, в сценах. В сценах. Не смотрите его. Так вот, едем мы на тюбы. Мы решили поехать в наш центр отдыха Ерши и покататься на тюбах с горы. Я позвонила, они сказали, что с 4 работают. Почему-то только с 4. Раньше мы в 2 и в час ездили. Да, так бы мы сегодня пораньше были. Да, мы хотели, когда солнышко было, поехать. Сейчас уже солнышко пропало. Вот, поэтому... Ну ладно, ничего страшного. Главное, что... Метель бы к нам не пришла, а она, наверное, придет к нам сегодня по прогнозу. Снег обещали еще. Снег с метелем. Да. Взяли мы с собой Варюшку, чтобы она тоже дома не сидела, а покаталась с нами. Мы прям, я прям у Коли спрашиваю, говорю, что прям вы брать ее будем с собой кататься? Да. Прям на тюбы? Прям, говорит, на тюбы. Прям ну, кататься, ладно. Кататься. Прям кататься Варя будет сегодня с нами кататься, да? Да. Пытаться будем может, пытаться. Она на тюбе тоже прокатится. Ага. Она, конечно, выпрыгнет на полпути. Конечно. Не, Коля ее будет держать. Вот. Но мы вам все покажем, что там и как. Так что вот, мы пока едем. Мы уже приехали. Варька довольная бегает. Вот этот центр отдыха. Здесь, получается, есть спуск для
горнолыжников и сноубордистов. И вот здесь вот есть тюбинговая горка. Есть еще вот там тюбинг. Там вот мы тоже катались. Так, ну-ка, тихо. Коля пошел брать тюбы. Вот здесь вот у них вход. Здесь они выдают прокат. Варя за ним побежала. Видимо. Довольная, бегает такая. Сейчас пойдем кататься. Я вроде бы оделась тепло. Запомнила как-то, вот в прошлом году мы сюда приезжали, и у меня, я помню, были низкие сапоги, я так замерзла здесь. И нынче я одела вот такие вот, повыше. Иди сюда, там собака какая-то бегает. Иди ко мне. Что, все? Коля взял тюбы! Ура! Ура, ура, ура! Ой! Хотели покататься сегодня на большой горке, но она закрыта почему-то. Катаемся на маленькой с детьми. Мы пришли в машину пить чаек. Покатались. В термочке. Да, мы набрали с собой чай с лимоном. Пришли греться. Варька тут у нас... Где ты? Ой. Где ты? Мы все спать легла. Она уже... Ой, дома самое главное. Она уже успокоилась, да, что мы пришли, и все, уже спать легла. Мы так хорошо покатались. Минут 40. 45 нам хватило вообще, чтобы обкататься выше крыши. Это в детстве, мне кажется, не хватает даже ни двух, ни трех часов. Вообще круто. Вот там вот мы катались. Вон там. Еще семьи подъехали с детьми. Вообще прям вот народу такие много, да. Большие, да, толпы. У нас время 6 час сейчас будет. И люди прям вот видно подваливают. А мы наоборот сваливаем.
Самый крупный шубей. Есть? Ой, вообще он такой горячий, хороший. Тёпленький. Тёпленькая, хорошо. С холодом. Да. Розовый, как поросята. Да, как поросята? Вкусный. Я навела с лимоном. Все хорошо. Коля включил еще подув ноги. Все. И мы вообще сидим в таком тепле, греемся. Так классно. Сейчас. Не, допиваю я уже. Все, ага. И Варя успокоилась. Она же с нами покаталась, и мы ее потом принесли в машину, она сидела. Ну, потому что все-таки. Как она сидела? Не сидела. Холодно ей. Тут лаяла на всех прохожих. Вот сейчас успокоилась. В пледик завернулась и все. Говорит. Вы на месте, и мне хорошо. Мы в магазин заехали. И смотрите, кто с нами. Кто с нами в тележке? Мы ее пронесли с собой. Говорим, Варя, сиди тихо, чтобы пройти, да? А то, скажи, нельзя будет. Мы ее посадили, она там сидит. Смирненько. Что смотрим? Так, смотрим. Что мы еще купим? Да-да, кто у нас самый экономный? Разделся, ходит, как у себя дома. Но надо посмотреть, для зажигалки газ. Да, точно, точно. Варя вся погрязла в продуктах. Мы тут набрали продуктов, и Варя все смирненько сидит. Варя, это кому? Скажи, я хочу роял канин. Че, вы мне Цезаря покупаете? Здесь нет роял канина, я смотрела. Не нашла. Выкладывай. Смирная девочка, молодец, сиди. Умничка. Ку-ку. Мы уже готовим ужин. Я на завтра поставила Коле суп гороховый со свининкой. Вот. Мы посмотрели фильм, досмотрели тот рождественский переполох, господи, как он, корпоратив. Ну, кстати, ничего, концовка такая интересная довольно-таки была с приключениями у них там. Ничего, пойдет. Но первая половина фильма, конечно, нам показалась очень скучной. Вот. А, Коля сходил в магазин, смотрите, что купил. Это мы после Икеи еще приехали, вспомнили, что мы забыли купить хлеб, потому что мы болтались возле хлебного отдела. Мне что-то ничего не нравилось, и мы ушли в другой, чтобы там, ну, как бы из хлебозавода купить. И, короче, мы мимо прошли и забыли купить хлеб. Так что пришлось еще бегать в магазин. Вот. Ну и, конечно, Коля мимо муравейника пройти не смог, да? Да, конечно. И обязательно купил нам два пирожных, так что будем пить с ними чаек и смотреть уже второй фильм. У нас какой-то просто идет период фильмов, мы смотрим, пока есть время. Вот, и второй фильм нашла уже я. Но Коля не хочет его смотреть, потому что он девчачий, говорит. Фильм называется «Римские свидания» с Сарой Джессикой Паркер. На голове такой таз к концу дня. Мы не посмотрели, кстати, тот фильм, который я нашла. Что-то он какой-то стал слишком... А, нет, тот фильм, который я нашла, мы уже, оказывается, смотрели. Потом я нашла второй. Коля так посмотрел на меня и говорит, не знаю, не буду я смотреть на этот фильм. И пошел монтировать себе маленькое видео. Ему надо было там сделать. Вот, что я снимаю. Вот, и, а я тем временем вспомнила, что завтра у меня Коля на работу в день, а у меня ничего не готово из стряпни. Поэтому я тут быстренько сообразила. Вот такой вот пирог у меня стряпается в духовке. Не знаю, видно будет, не видно. Вот такой. Короче, пирог стряпается очень быстро. Сегодня я попробовала отделить белки от желтков для того, чтобы пирог был более пышным. Взбила все по отдельности, там где-то щепотка под соли, где-то к желткам добавляется ванильный сахар и просто сахар. Потом все это перемешала, добавила муку, и у меня был джем. Джем либо был ранетковый, мы не поняли, либо какой он еще? Абрикосовый. Ну типа абрикосов, что-то такое, мы не поняли, какой джем, но он был... Но он домашний, да? Да. Да, вот скорее всего он ранетковый, наверное.
Вот. Все это перемешала очень аккуратно, чтобы не взбить вот эту всю пышную массу. И поставила на 190 градусов выпекаться. Собрала уже супчик, порезала мясо туда и поставила варить яйца. Завтра же старый Новый год. Значит, завтра я буду готовить салат оливье. Да? Да. Пока кто-то будет работать, я буду готовиться. И поставила яички вариться на завтра. Ты с собой возьмешь и на салатик останется. Угу. Окей? Хорошо. Окей. Мы сейчас будем смотреть фильм. О, как он все приготовил. Вот там пледиком все застелил, говорит, чтобы мы мягенько лежали, подушечки. А еще там свечки вон там. И гирлянда, все как надо. Ладно, а какой фильм, как называется? Фильм называется «Вечное сияние чистого разума». О, Господи. Ладно, посмотрим, скажем, как. Ну, вроде говорят, очень хороший. Да. Ну, трейлер мне уже понравился. Мне его, кстати, советовали еще в году 2012, вроде, посмотреть. Ну, не свеженький. 2004 года, вроде как. Ну, посмотрим, мне трейлер очень понравился. Вроде хороший фильм. Ну что, все фильмы пересмотрены. Будем ложиться спать, Варечка. Говори всем спокойной ночи. Шо, опять? Варя, ну это твоя работа, заканчивать видос. Давай, говори всем спокойной ночи. Варюшка. Такой бедный вид. Отстаньте от меня, да? Отстаньте. Всем спокойной ночи. И всем пока. Пока.